эксцентриссимо. Золотые зубы теперь не в моде, так что ювелирам приходится придумывать новые способы пригодиться. Теперь небедные могут сходить на бриллиантовый маникюр. Стоит он 51 тысячу долларов. И в камешках можно не только посидеть в салоне, можно и уйти с ними. Унести на холеных руках алмазы общим весом 10 карат. А можно не ходить в салон, а оплатить перелет команды специалистов и получить услугу на дому. Несколько тысяч долларов уже погоды не сделают. Ходить с бриллиантовыми ногтями можно долго, а после снятия маникюра алмазы можно даже оставить себе. Одна проблема – лак с этими алмазами используют самый простой, даже бесцветный. Кто так удивляет завистниц? Придется разоряться больше и покупать лак за 250 тысяч долларов. В одной бутылочке 267 карат черных бриллиантов. Вот такой маникюр грызть ногти заставит и окружающих мужчин. Идеальная фигура, ухоженная кожа, здоровые волосы – вот признак качества жизни. Оно теперь по карману каждому. Сеть салонов красоты «Цирюльник» – профессиональные мастера и цены, которые удивляют. Эксцентриссимо.